Уже было сказано, обращаться на самую верхнюю долю вот этого негатива. Знаете, мы в первую очередь не протестуем, мы боремся за свое предприятие. Потому что сейчас созданы такие условия, такая ситуация, в которой предприятие находится под угрозой закрытия. Произошло это из-за того, что не подписываются договора аренды на оборудование, не подписываются договоры аренды на земли. Мой дом в правительстве Севастополя хочет снести. Предъявляются высосанные из пальца обвинения в том, что он превышает этажность, то есть вместо 3 этажей 4 этажа, и похож на многоквартирный. Все эти обстоятельства были опровергнуты, была проведена судебная экспертиза, но все эти обстоятельства были не приняты во внимание. Позиция судов была однозначной – поддержать правительство. Я на митинге, потому что меня возмущает решение о закрытии спорткомплекса «Мусон» и торгового центра «Мусон».